Вновь наши волонтеры будут востребованы уже в ближайшие выходные. Чебоксарский аэроклуб на несколько дней станет местом приземления парашютистов из разных стран мира. В Чебоксарах впервые за десятки лет пройдут сразу два значимых турнира – Кубок мира, чемпионат и юниорское первенство Европы по парашютному спорту. Подготовка к проведению в столице Чувашии международных соревнований уже вышла на финишную прямую. Наша съемочная группа узнала, как проходит тренировка сборной России. В соревнованиях будут участвовать около 200 спортсменов из 19 стран мира. Самые большие команды собраны из Китая и России. Наша сборная – один из лидеров предстоящего турнира. В ее состав входят уже действующие чемпионы мира по классическому парашютному спорту, заслуженные мастера спорта международного класса, а также новички, на которых возлагают большие надежды. Без профессиональной подготовки и стальных нервов здесь не обойтись. Точность приземления определяется сантиметрами. Еще в полете спортсменам нужно выбрать правильную траекторию полета, ведь цена ошибки слишком высока. Третий раз в России проводятся такие соревнования, такого масштаба, которые, ну, они сами по себе интересны и важны для каждого спортсмена. И мы хотим, чтобы наши спортсмены показали лучшие свои спортивные результаты, судьи их оценят. И я... Те результаты, которые показывают сейчас спортсмены, они вселяют надежду, что мы будем все-таки лидерами. На тренировках спортсмены отрабатывают разные техники. Это групповые прыжки, индивидуальная акробатика, а также прыжки на точность. За одну тренировку каждый парашютист делает около 10 прыжков. Все в обычном режиме. У нас учебно-тренировочные сборы распланированы каждый год. И, естественно, все зависит от подготовки, от самого спортсмена, от ее психологии. Ну, вот как он себя будет вести. Мы постараемся их довести до такой психологической степени, чтобы они именно... могли показать высокий результат. И всегда возникает что-то неожиданное. И вот это вот сложнее всего, когда приходится какие-то вот неожиданности неучтенные преодолевать. Вот, ну, а так, в принципе, я надеюсь, что все будет хорошо. Языкового барьера между участниками соревнований не будет. За каждой командой будут закреплены волонтеры-переводчики, которые имеют опыт работы на Всемирной универсиаде в Казани. Для зрителей мы ежедневно организуем бесплатные рейсы на автобусах. Они будут курсировать от стадиона Олимпийский в час и в 16:00. Также здесь у нас будет проведена, ежедневно будет проводиться лотерея, будут разыгрываться сертификаты, там бассейн на скалолазание и другие. Ну и самый главный приз – это прыжок, сертификат на прыжок с парашюта. Соревнования пройдут с 23 по 26 августа включительно. Спортивные баталии развернутся в Чебоксарском аэроклубе имени Лепедевского. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.